Всем привет, подписчики и случайные зрители. Меня зовут Саня, и вы на канале Типузик Channel. И сегодня мы продолжаем проходить GTA Vice City. Не на 100%, просто проходить GTA Vice City продолжаем. И идем к Диазу. Вот. В прошлый раз я до дома так и не доехал, в принципе, ну. Просто вышел из игры и все. Но я думаю, что я справлюсь с заданием на 39 хп. И сегодня, да, мы будем продолжать проходить миссии на Диаза. Ну, выполним еще на других. И миссия первая у нас называется «Спрос и предложение». Ну же, вынимайся, дерьмо пластмассовое. Ах, вот ты как. Что-то себе возомнил кусок пластмассового дерьма. А-а-а! Чтоб тебя. Он заживал мое любимое кино про ослика, пришлось выстрелить. Что я еще... А ты точно его включил? Что? Да не важно, сотни других куплю. Слушай, Томми. Каждый месяц в Вайс-Сити на яхте прибывает торговец с наркотой и становится здесь на якорь. Он продает весь товар первому, кто доберется. Я хочу, чтобы ты взял катер и сделал всех остальных. А товар привезешь мне, ладно? Ну, в принципе, тут как такового отнимания хп у Томми не будет, поэтому можно и выполнять эту миссию можно, короче, без страха. А вот и Лэнс Вэнс. Дай-ка отгадаю, ты считаешь, мне нужен ангел-хранитель? Я просто говорю, что тебе надо взять меня, приятель. Можешь, конечно, рассказать сказки про одиночку, но я спасу твою задницу, а ты, скорее всего, полезешь целоваться. Во как! Да тут настоящие гонки. Ну, в принципе, это легко. Погнали. Меньше придется узнать, когда мы будем... Куда мне ехать? Раз это усилий, парень, реально. Я туда еду? Вроде да. Короче, готовится нападение на Диаза. Я вместе с Лэнсом, мы будем его просто вот прямо... Ну, не в этой миссии, конечно же. В этой миссии нам надо просто взвернуть вот этих челиков. Что, в принципе, очень легко. Еще и Лэнс помогает, стреляет по ним. Красавчик. Жалко, что он предатель, конечно. Ну, ладно. Мы еще по сюжету до этого не дошли, поэтому я считаю, что Лэнс пока что очень хороший человек. И стоит как бы поблагодарить его за его помощь. И это вся миссия. А, вот, да. Ну... Тоже в этом ничего сложного не вижу. Да уйди! Скотина не... с хвоста не съезжает, прикиньте. Ну все. Чего сложного-то, не понимаю. В этой миссии. Только то, что Лэнс едет 5 лет, как не знаю кто. Там вооруженные люди на чем? На пристани. Где? Ни хрена себе. Да что с камерой? Найс.
Ну, в принципе, такая средняя по экшеновости миссия. Но Лэнс реально едет как черепаха какая-то. Да я хочу по лодке попасть. Ну все. Ну все, это было легко, в принципе. Да. Средняя по сложности миссия. Управился я всего лишь за 5 минут. Вообще изи. Хорошо стреляешь, приятель. Ты самый настоящий маньяк. Спасибо. Увидимся, Томми. Хорошо, мистер танцор Лэнс Вэнс. Нормально, чуть не перевернулся. 10 тысяч за такую легкую миссию. Это первый мой такой гонорар. Мне надо как-нибудь, ребята, ХП восполнить. Кстати, на Диеза у меня миссии закончились. Где тут хилка? Она тут точно была, я помню. Тут, наверное. Ё-моё, бред какой-то. Тут хилка же была, да? ХП. Во здоровье восстановить. Нифига себе. Ну, конечно, спасибо за подгон, но мне надо ХП. А пройти можно? Пожалуйста. Пожалуйста, пройти. Ну, я понимаю, вы люди заняты, но дайте мне пройти. Отлично, просто. А, оружие сохраняется. Эй, Томми, это Лэнс, да? Раз слышу тебя, это Лэнс. Ну же, приятель, напрягайся. Я сейчас немного занят, что тебе надо? Ничего, просто поговори. Ты знаешь, послушай, Томми, мы совсем справимся. Ты и я, без проблем, понимаешь, о чем я? Нам придется это сделать, Лэнс, иначе мы с тобой покойники. Мы слишком далеко зашли, но спасибо за звонок, поговорим позже. Ну ладно. Что ж, погнали... Погнали-ка. К Эйвери, я думаю, погнали. Зачем я сел в эту... Security car? Чем-нибудь быстрое есть? Гринвуд, стой. Сталлион, короче. Погнали. Let's go. В каждой серии почему-то говорю let's go, let's go. Привычка. Ну, такой мем был ходячий, да бэйби называется. Ой-ой, какой дрифт. Кстати, хпшку я восстановил. Значит, неплохо то, что я умер, и оружие сохранилось, в принципе. Куда мне ехать? На тот остров. На него снова задания появились, хотя он мне даже не звонил. Ну, ладно. Сейчас мы к нему заедем и залутаем еще бабок. С него. Как с куста просто. Потому что миссии довольно легкие. Или это та самая миссия с вертолетиком? Ой, точнее с самолетиком. Где надо будет скидывать бомбы. А, нет, это, по-моему, на гаитян будет. Да, это, по-моему, на гаитян будет. Ладно. Там надо будет бомбы скидывать на лодке. Мощный удар. Опять он не сможет съехать, да? Что за бред? Томми, это Дональд Лав. Дональд Лав — это Томми Версетти. Обалденный стрелок, которого Агаги одолвала. Заткнись, слушай, мельчо. Ищи, сбьет, как старая долгая войнушка.
Ну, за исключением какого-нибудь бедствия или эпидемии. Но это уж слишком, пожалуй. Ты вырубаешься, четырехглазый был в Англии? Недавно был убит один видный мафиози. Как устроишь, сразу сваливай. Ты вырубаешься, Дональд? Ага, все равно, что пустить лису в курятник. Что? Лису в курятник, а потом будем сидеть наблюдать. Не понял. Вот я знаю, что это за миссия, надо будет со снайперской винтовки стрелять, но почему нам не объясняют... почему нам не объясняют суть миссии? Типа, один гангстер-мафиози умер, и ты что-то должен сделать, чтобы сбить цену, что-то такое, что такое. А нам не говорят, что нам будет надо будет со снайперской винтовки стрелять. Возможно, он нам во время миссии позвонит, я этого момента уже не помню. Но это бред, ребята, это дыра какая-то в сюжете. Так. Тут недалеко ехать. Хотя сюжет в GTA, он никогда не был известен глубоким смыслом, за исключением GTA 4, наверное. В GTA 4 реально глубокий сюжет. Буффало вонючее, блядь. Физика непонятная, ребят. Вообще. Но она мне нравится. Тем, что она непонятная. Да, я странный. Но это, по-моему, последняя миссия на Эвере, и больше и от него миссии не будет. Надеюсь. Хотя нет, не надеюсь. Хотя да, надеюсь. Но у него достаточно веселые миссии. И теперь я гаитянин, да? Или кубинец? Я кубинец. Мне лень идти. Пацаны, я свой. Скоро будут доступны миссии на лафист, байкеров, гаитян, кубинцев. Да. И бизнесы. Но это скоро. У нас еще Кортес есть, полковник. И еще у нас еще одна миссия есть. А что отличного? Я не понял, что это за миссия? Мне их убить надо или... Мне кажется, это не та миссия, о которой я думал. А, он уезжает? А что делать надо? Ладно, за ним поехали. Его взорвать надо? Я эту миссию не проходил, по-моему, я не знаю, что это. Я первый раз эту миссию вижу. А, надо сорвать его похороны, блин. Я думал, это вообще миссия со снайперкой. Ну ладно, ублюдок, гори. Но это было, в принципе, легко. О, эмочка. Кубинская одежда теперь доступна в каком-то магазине. Хорошо. А вот она и эмочка, ребята. Это реально имба. В этой игре. Да и в GTA 3 тоже. Так, ну, пожалуй, поменяем машину. Аспиранта не хочу. Гаитяне теперь злые на меня, прикиньте. Да пошли вы нахер. Вы охерели? Тихо. Они сейчас меня не будут трогать, смотрите. А, да, просто целится, смотрите, когда я разговариваю. Это не Лео. Я узнал, что его телефон у тебя, он меня убьет. А слева уже покойник, а? Я замочил, взял телефон. Об этом ты не подумал, недоносок. Ты замочил Лео, дай тебе остальные яйца. Хочешь поработать на меня? Приезжай в кафе моего отца Литл Гаваны, поговорим глаз на глаз. О, вот и байкеры. А, это кубинцы. Это кубинцы у нас. Хорошо, хорошо.
Кубинцы так кубинцы. Но мне надо бы переодеться. Сейчас пойду тогда домой переоденусь. Так. А где дом? Ну, дом прямо рядом с Кортезом. Я пойду, типа, на его метку. Миссию выполнять. На Кортеза. И пойду к нему. Ну, сначала сохранюсь, потом пойду к нему. Что с кнопками? Я нажимаю, она не нажимается. Прикиньте, у меня такое же в GTA San Andreas было. Хотя нет. Вот тут я сам мазал, потому что я ниже нажимал. А в GTA San Andreas кнопки просто-напросто не нажимались. Это вот была прям ошибка GTA San Andreas. Из-за которой я миссии перепроходил. Я, конечно, не вставлял дубли. Просроты, но... Все же. Было такое, да. Да и в GTA San Andreas я, если честно, не особо честно играл. Ну, честно играл, но не особо честно играл. Так, потому что там были баги некоторые, вот. Я все честно играл, кроме последнего. Когда надо было качаться, у меня не было... Типа, у меня был баг, когда можно было один раз покачаться, сохранялся, проходил день, а качаться нельзя было. Это баг GTA San Andreas, который нельзя исправить, и пришлось тогда использовать скрипт, который увеличивает силу, типа CGI, чтобы пройти все испытания боя, чтобы научиться новым стилям. Эту же игру я буду проходить полностью без читов, потому что тут нет таких багов. Хотя надеюсь, что нет. Если есть, это будет плохо. Но я не на 100% в любом случае прохожу, поэтому пофиг. А куда я приехал? Я вообще сохраниться хотел, Саня. Ты тупой, Саня? Санечек. Санчоус. Санечка. Санечка. Снимаешь? Санечка. Санечка не снимает. Больше. Фрайми таймер. Ладно, не будем о грустном. Будем о плохом. Потому что мне ехать долго. Вот чё ты встал? Тупой, блин, баран. Взял за него машину свою, потратил. Броню машину. Что за невидимая стена? Не, ладно, вот тут не буду ворчать, потому что, возможно, он об дерево ударился и 5 хп потратил, но мало верится. Верится с трудом, как говорится. Так, сохранился, хп восстановилось. И теперь мне надо переодеться, потому что в такой форме Томми — это не Томми. Томми только вот своей мамайской этой, майамской пижамке, нахуй. Вот, о, теперь это Томми. Что-то мне плохо стало. Все, погнали дальше. Погнали на Кортеза, выполним миссию. Странно, у меня, по-моему... А, да-да-да, у меня 3 миссии в начале были. Диас, Эйвери и Кортез. Я что-то задумался сейчас, оказывается, это моя ошибка. Я их прошел просто уже. Короче, мне кажется, мне легче добежать. Потому что я водить не умею. Все равно недолго бежать. Скутер украду. Пофиг. У мамки с дочерью угнал. Фаджио. Фагио. Оказывается, Фаджио читается. Я всегда думал Фагио почему-то. Ладно. Вот такие вот открытия бывают, ребят. Вот так вот.
И миссия на Кортеза, это у нас, получается, надо будет его яхту защищать. Да, сэр. Я с очень доволен тобой и хотел бы снова видеть тебя. Это хорошая новость? Конечно, хотя иначе надо думать, что наш прошлый неправильно делает рук не Диаса. Почему так думаешь? Просто такой человек, как Диас, обвинения не выдвинешь. Я просто вслух размышляю. Неважно. У меня есть предложение довольно для мелких Кортез. А что ж, человек с кучей долгов, будешь хвататься за любую возможность, Томми. Хотя бы выслушай меня. Говори. У меня есть покупатель на танк. А, да там танк надо угнать. А как он будет у тебя, сразу позвони мне. Сейчас танк будем угонять. В принципе, при своем первом прохождении я довольно-таки легко его угнал. Но сейчас я не знаю, насколько легко я его угоню. А где он? Чего он так далеко? Ладно, поехали. Поехали. На перехват идем. В принципе, Читаха довольно-таки быстрая машина. Сейчас мы его быстро догоним, так скажем. Вот. И все будет у нас отлично. Немного не туда поехал. Можно было сразу заворачивать, потому что он не сюда едет. Ладно. Все равно догоню его. Так. Какой же тут закат офигительный. И прикинь, сейчас авторские права накладывают на меня за песню Мияги. И Эндшпиля. Типа слишком хорошо спел. Ладно, не смешная шутка. Ну реально идентично. Я не хейтер, конечно, меня Геншпиле. Я вот, смотрите, идентично пою. Андревелла, Гарри, эй. Я погибал на пляже в окружении друзей. Ну реально, похоже. Нет? Так, ребята, мне надо украсть танк. Я знаю, что я сделаю. Блять, ничего не вижу. Опа-на. Вот так-то. Куда ехать? Недалеко. Нихера себе я. Просто разношу всех в прух и прах. По-моему, мне звезду оставят, да? Блин, миссия прикольная. И несложная. Хотя, казалось бы, танк украсть, но несложная. А, нет, звезду убрали, кстати. 2000? Ну лады, 2000 так 2000.
Погнали, выполнил миссию на кубинцев. Все равно близко. 100 брони. Это из-за того, что я в танк сел? Лодочный заплыв. Чего надо? Подожди, пап, это ко мне. Ну, ты тот пацан? О, да, ты тот пацан. Я так думаю, сечешь, да? Нет, не думаю, что секу. Да? Ты решился прийти сюда? Ты думаешь, что обломаешь меня? Ты решил повалять дурака со мной? Нет, я думаю, что... Эй, сынок, он назвал тебя дураком. А я назову его бабой, пап. Посмотри, только у него вся одежда бабская. Ты чё, а? А, вид крутой, а? А? У тебя, наверное, и трусы женские. Что ты имеешь против женщин? Предпочитаешь мужчин, крепыш? Да нет, я люблю женщин. Все женщины, я люблю свою мать, Чику. Хорошо, хорошо. Верю на слово, остынь. Ты умеешь водить, амиго? Да. Как баба. А, насмешил. Ты мне по душе, герой. Может быть, ты покажешь нам, как это делается? Покажи свои яйца. Возьми лодку. Докажи, что у тебя очко не играет. Покажи всем, что у тебя железные яйца. Давай. Да, эту миссию тоже помню. Просто надо будет на лодке прокатиться. Привет, Эрика. Это ты тот самый человек с железными яйцами? То Инверсети. Поехали. Ладно, приятель, обращайся ко мне как женщина. Я... Ну все, поехали. Это легкая миссия. 26 этих точек надо. Мне показалось, или я кого-то сбил? Ладно, не буду петь, я не умею петь, потому что... Так, 24-я. Да, в принципе, успею. Чувак еще так стоит, типа наблюдает, чтобы я все контрольные точки проехал. Молодец. Тут ничего не скажешь. Итак, это что, через мост? А, нет. У-ху! Мне интересно, кто это все устанавливал на воде. Я думаю, что никто. Разработчики. Пожалуйста, возьми. Фух. Что за бред? Почему меня развернуло сразу? Потом, мне кажется, еще обратно надо будет возвращаться, да? Ну, в принципе, это легко. Времени предостаточно. Это Рохлис Лютевая, давай беги к мамочке. Надо было другим голосом озвучивать, ладно. Ну, ладно, помолчу. Какой интересный геймплей просто. Еду прямо. Еду налево. Прямо. Еду налево. Прямо. Налево, налево. Налево, 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 налево. Прямо. Направо, направо. Прямо. Прямо. Ну да, ребята, 6 точек осталось за 50 секунд. Я думаю, я не управлюсь, потому что это слишком сложно. Я надеюсь, вы поняли, что это сарказм. Спасибо большое и очень. Я даже... Да,
У меня сталь между ног. Мне сложно ходить, мужик. Это очень неприятно. Очень. Это очень неприятно, понимаешь? Ура! Амиго, у тебя реально железные яйца? 1000 рублей. Ой, долларов. 1000 рублей. Не знаю, почему мне смешно. Ладно, ребята, я думаю, на этом стоит заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новых видео. Плейлист с прохождением GTA Vice City находится в описании. Хорошо. Кен Пол у нас миссию дал. Всем удачи и всем пока.